Он так рассердился на неповоротливую старшую, что даже легонько стукнул ее по ногам смычком от скрипки. Она совсем вывела его из терпения. Но вот урок танцев и все приготовления закончились, и мачеха, и ее дочери уехали на бал. Золушка осталась одна. Она сидела у очага и смотрела на огонь. Так нормально.